Ну что, дорогие друзья, всем добрый день. Последний ролик, наверное, с братом, а может не последний, посмотрим. И мы решили сделать все по хардкору. Мне постоянно брат пишет: задонать мне на аккаунт, выбей мне того персонажа, прокачай мне того персонажа. Ну то есть он хочет себе, чтобы у него были все персонажи. Конечно же, каждый хочет, чтобы они были прокачанными. Вот, кстати, поставь лайк, если ты хочешь себе все леги, все персонажи, чтобы они были все фуловые. И подпишись на канал, тебе обязательно выпадет лего, да? Вот Никита заряжает энергией, позитивом, если... И везением, самое главное. Если вы поставите лайк и подпишетесь, у вас тоже будут по-любому все персонажи. Выпадет все в ближайшее время, это однозначно. Короче, решил я дать поиграть своему брату на своем фуловом аккаунте. Я и так уже задолбался его апать, возвращать кубки. Ну и тут я себе решил еще добавить геморроя. И Никита сегодня будет играть на фуловом аккаунте. Во-первых, ему надо вернуть Барли. Один кубок. И на ком ты будешь сегодня еще играть? Хочу попробовать на Леоне. Ты разговаривай в микрофон. Я сегодня буду... Микрофон вот. Буду Барли возвращать, и так. Потом хочу попробовать поиграть на Леоне. У меня его как раз таки нету на аккаунте. Ну не только на Леоне, да, давай не еще. Не только, не только. Может еще на Джине, ой, на... На Вороне. Не, не на... О, нет, не на Вороне. Короче, пускай играет на ком хочет. Я уж раздал добро, значит не буду забирать конфету, пускай играет. Ребят, прежде чем перейдем к теме ролика... Пожалуйста, проверьте, включен ли у вас колокольчик, потому что его обновили, и теперь у вас всех стоит на основе предпочтений, а должно стоять все. Проверьте все колокольчик, потому что, ну, вы можете пропускать мои стримы, ролики, а если не хотите пропускать, нажимайте на колокольчик. Барли, бери, Барли, рекламная пауза, и попробуем посмотреть, что с этого получится. Надеюсь, мне Никита не сольет кубки. Так, ну что, поехали? Поехали. Так, вот микрофон, подвигайся поближе, чтобы тебе было нормально комментировать. Ну давай. Ой, я так волнуюсь. Я буду подсказывать. Так. Кто там? Ты это, Примат. Самое главное, с метателями Тимси. Там никого нет, забирай. Банку забирай. Я буду кричать, ребят, если что. Я знаю, вы все равно напишите, не кричи на брата. Но я все равно буду кричать, я волнуюсь за свои кубки. Но я не сильно буду. Никит, тебе надо чуть-чуть, тебе на камеру вообще плохо видно. А давай, сиди, я сейчас камеру вот так вот перемещу, чтобы тебе было видно идеально. Вот так вот. Все, Никиту видно хорошо. Так. Ну что, получается? Он еще неплохо играет, на самом деле. Ну, разговаривай, что ты молчишь? Ну, а что мне делать? Ну, комментируй, что сейчас будешь? Ну, сейчас мы кинемся с метателями и попытаемся взять хотя бы, ну, топ-3 с ними, а потом я за них закрыл. Ты смотри, чтобы они тебя не закрысили. Я бы не рекомендовал вот это, да, вот, желательно, не, лучше отдавай им добычу, но пускай они тебя не, ну, не будут трогать. Блин, если он вернет сейчас Барли, это будет вообще, ребят, жесть. Не подходи близко, пожалуйста. Я волнуюсь. Фух. Так. 6 ну, бойцов, уже неплохо. Ну все, мы вернули Барли. Ты что под себя кидаешь гранаты? Я случайно. Микрофон тут, если можешь. Да-да-да, окей. Вот так вот. Все, мы вернули. 5-е место, это уже +1. Да? Да. Мне чуть-чуть надо подальше, чтобы... Мне дают банку. Чуть-чуть подальше. Леон закрысил. Чуть-чуть подальше, вот так, да, вот так, Леон нормально? Леон закрысил нашего. А давай я тебе вот тут поставлю подставку, и тебе будет неудобно. Да мне уже так удобно. А закрысить не хочешь? Не хочу. Не? Ну, мне... добей Леона. А где он, в стелсе? Вон что? Он, в стелсе. А где еще? О, хорош, 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 хорошая реакция. Давай, давай, давай. Оп-о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 п. Давай, 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 еще, еще тычку. Топ-2. Топ-2. Топ-2? Не гони. А, ну, +4. Но самое главное, что не слил. Это очень важно. Ух, хорошо. Ну, я теперь хочу... он сейчас будет брать персонажей, которые уже на 500 кубков. А, ну, Леон, ладно, Леона я верну на изи. Но помимо Леона, он еще будет брать сегодня Джесси. Потому что Джесси? Я специально... Да, потому что я специально Джесси там, видишь, 507 сделал, чтобы тебе на поражение одно было. Ну погнали. Не, ну на Леоне, Никитос, ты должен затащить. Хотя тут все будут тимиться против тебя, но... Ой, какой он быстрый. У тебя Леона нету на аккаунте, да? Нет, у меня как раз таки его и нету, все есть, кроме него. Ставь лайк, чтобы выпало лего, обязательно, и подписывайся на канал.
Вот, Никит, вот ты посмотришь этот ролик, поставь лайк и подпишись, и посмотришь, тебе выпадет ли он. И тебе тоже, Андрюха. И, кстати, мне Рамазан просил передать привет, Борис также просил передать привет. И кто-то еще. Ну, я на тебя уже подписан. Я уже не помню, кто еще. Мустафа просил передать привет, он тоже донатил, просил. Кого-то забыл еще, Стаса, по-моему, забыл. Ростик, тоже подписывайся и ставь лайк. Так, а сильно не нарывайся, не... чтобы на тебя робот не сагрился. Я волнуюсь. Тебе бы ульту набить? Ну да. Я сейчас этим и занимаюсь. Еще чуть-чуть вот так, чтобы... Ты чуть-чуть сюда, чтобы по центру. Веб-камера так неудобно стоит. Я вообще, смотрите, как присел. Меня так не видно будет. Вот так, ой. Ты умер! Ты умер! Зачем? Минус 6! Ты зачем умер на Леоне? Возвращай. Ты чё, я отвлекся на секунду, ты умер. Давай, блин, началось. Не надо умирать, не сливайся, пожалуйста. Соберись. Не молчи. Что говорить? Ты настроен на победу? Ты победным духом сейчас владеешь? Да. Что да? Зачем слился? Да. Я сейчас верну. А кто тебя убил, кстати? Динамайк закинул на меня ульту со своим дружком. Так, аккуратно, аккуратно на быка, не это, не лезем на быка. Давай вниз, он ящичек можно забрать. Ой, там Барли не даст тебе это сделать. Ты потихонечку набивай ульту. А тебе чуть-чуть осталось. Я Ой, блин. Уходи, уходи. Ты видишь, тебя поджимают уже. Нет, только не еще одно поражение. Уходи, уходи. Да отстаньте вы, блин, от Леона. Идите-то заныкайся, постой, блин. Бля, они поджимают. Попробуй как-то... Как-то вот вниз резко бац. Опять минус кубки. Поиграл на Леоне? Последняя катка, давай. Последняя тебе. Меня не любят на Леоне никто. Давай, последняя катка. Да я знаю. Леона никто не любит. Конечно, на этой карте особенно. Все. Все против меня настроены. Согласен. Это сложная игра. У тебя всего разрешено на одном персонаже 3 слива сделать. Это максимум, больше нет. Больше на том персонаже не играть? Да я потом не верну, я сам нуб. Я еле апнул на 500 кубков. Не, ну Леон, ладно. Ну вот, например, Ниту слил, блин, хрен теперь могу вернуть. Вот Була слей мне, все, капсда. Угу. Ну что-то ты вообще, блин, слабо. Давай иди 2 бокса забирай. Не. Я жить хочу. Да не отстреливайся, блин, пока хп нету. Блин. Да ты не димиться, я думаю, тут бессмысленно. С Леоном можно. Нет, он тебя закрысит. Ну что ты делаешь? Фу, жесть, малой, что ты творишь? Ты зачем крысишь? Уходи! Только стелс не юзай. Стелс не юзай. Уходи, уходи, уходи. Все, отлично. Шанс есть. Я сейчас закрышу рикошета. Ультану, только в кустах. Не, не надо ультовать. Ну, не сейчас. Ну да, да, да. Надо, надо... О! Давай, давай, спайка прижимай, прижимай спайка, прижимай. Угу, он свалил. Да иди, 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 прижимай спайка, прижимай, прижимай. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Я вот в себе так, не вот. Уверен. О, все, все, капсда ему. Давай, давай, на себя, забирай робота. Это вниз надо было уходить. Давай, 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 давай. Для забирай робота. Мой. Уходи, уходи, давай, забирай. Еще тычку, все. Отлично, все, все, все хорошо. А теперь тимится ему дозвон. Да уходи, что ты делаешь, блин. Не подходи, все, тут отхилься, да. Ультовать? Не-не-не, не ультуй, не ультуй, зачем? Ой, робот, вот сейчас ультуй, 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 оба, и уходи.
Давай, рикошета убивай. Да кого ж ты бьешь, бля? Что ж ты делаешь? Топ-4. Слабо, очень слабо. Я не умею на Леоне играть. Давай, возьми кого-то еще. На ком ты умеешь играть? Я ни разу не играл на Леоне. Так. Кого? Кого? Давай попробуем Рика. На Джесси. Может, Рика? Рика? Ну, одну катку. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Какой Рик? Я тебе сказал, Джесси бери. Не, ну вообще, кого хочешь, бери, того бери. Ну, сыграй на Джесси, я тебе просто... Я специально сегодня на Джесси одну катку выиграл. Думаю, ну ладно, пускай он сыграет на ней. Тут ты можешь слить. А потом выбираешь любого персонажа, абсолютно. Я тебе вообще запрещать не буду. Вот кого хочешь, того и выбирай. Последнюю катку, на ком хочешь сыграть. Постарайся умереть не последним. Постараюсь. Но я уже последним не умру. Да не надо прям в микрофон разговаривать. Ты знаешь, как микрофон чувствительный? Ты вот так вот должен от него быть. А ты прям туда. Так я с хаткой наблюдаю. Тебе неудобно. Что ты делаешь? А, ну ладно, пускай набивать будешь ульту. Ладно, я не лезу, окей, пускай катает, как умеет. Я не буду ни кричать, ничего. Тут, в принципе, кубки с запасом, поэтому я буду просто наблюдать и комментировать. Давай, без подсказок. Итак, Никита что-то рыщет, сразу видно хищник, короче. Поставил пушечку, капкан в кустах и выжидает добычу, выжидает... Очень крупную добычу. Итак, тут подходит Динамайк. Сейчас будет, наверное, закусочка. Опа, они закусились. И Никита все стволы автоатакой выпустил в холостую. Красавок, так держать, моя школа. Сейчас подойдет Дэрил. Конечно же, Никита не отдает свою пушечку. Подхиливает ее выстрелами. Тут появляется робот, который сейчас сагрится, скорее всего, на Никиту. Никита пытается поставить пушку, но что-то передумал. И снова ее вот тут вот ставит вверху. И, короче, начинает обстреливать все фланги. Через пушку стреляет Никита, тем самым подхиливая свою тарельку, хотя у нее фулл хп. Но уже не последним умрет, это уже хорошо. Опа-опа, на примата пошла жара. Опа, подхилил пушечку вообще. Ну согласись, имба. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну ты ж отдал тарелечку, ну ничего, уже пятый. А, став пушку, да куда ж ты прям на него? Да что ж ты делаешь? Ну, это минус один. Или плюс один. Нет, это ноль. А, ноль. Это ноль, потому что кубка у меня много. Все, теперь выбирай любого персонажа, кого хочешь. Вот, вообще, не жалко для тебя. Нет, мне не жалко. Выбирай, кого хочешь. Ну, подсказывать я буду. Или не подсказывать? Как хочешь. Никита, там никого нет. А нет, там есть, убегай! Я же тебе говорил, там есть! А ты говоришь, блин, там я никого думал, нет. Я думал, ты крайний, ну, слева. Ну ладно. Немножко от микрофона, блин. Тебе неудобно. И мне самому неудобно, на самом деле, ребят. У него стул, во-первых, для него низкий, да? Ну, вообще неудобно. На фулл аккаунте катает. Такой шкет сидит. Фулл аккаунт 500 кубка, он сидит, шпилит. Так, ладно. Уходи! 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 Фух. А что, вы затимились с Барли? Да. Хорошо. Да, рикошет тоже для тебя будет опасным, затимься с ним. Для меня все опасны, я какой-то хрупкий. Ой, помогай, Барли. Как, замочить его? Барли не надо убивать. Я не собираюсь. Не будь крысой. Блин, они с Шелли затимились. У нее ульта. Ой-о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 й-
На этом, пожалуй, все, да? Классно поиграл? Что, еще хочешь? Мне его смех не нравится. Ну давай, последний бой. Да куда ты, блин, ворона возвращай мне? Ты хочешь мне всех слить? Ворона? Возвращай ворона, конечно, Никит. А кого ты хотел? Джесси. Да ты же на Джесси уже играл. Так я хочу ее апнуть. Кого апнуть? Она на фуле, блин. Апай мне того, кого слил, блин. Апнуть он хочет. Того, кто уже апнут. На ней только 507 кубков. Что? 507 кубков только. Какие? А то, что ты ворона мне слил, ничего так, нормально? Так 5 кубков. Смешно ему, блин. Слил минус 6, пойду я на Джесси поиграю. Микрофон не целуй, подальше от него сиди. Ой, как тяжело наблюдать, ребята, за этим, когда кубки твои сливаются. Ну, они и у меня сливаются, но просто, блин... Обидно. Ну ничего. Вы ставьте лайкосик, чтобы я вернул купчи. Нет, на самом деле, если сейчас каждый из вас поставит лайк, Никита затащит, да? Да. Давай посмотрим. Так, уже 8 бойцов. Пойди забери этот ящик. Впритык его домашь. Да, так. Так, хорошо. Не-не-не-не-не, тебе бы за ними затимиться. Хотя домаш. Они не хотят тимиться. Да-да-да, домаш, набиваю ульту. Так, тут аккуратно ящик, смотри, чтобы в кустах никого не было. Уходи, уходи, он же сейчас ультанет в тебя. Так, Шелли на дистанции ты контришь. Да, где-то вот здесь тусуйся, сильно вовнутрь не лезь. Да, держи дистанцию от Карла, а то что опасный типок. Ай. Ай. А, в миллиметре почти попал. Угу. 6 бойцов. Нормально, нормально. Никита, у тебя есть шанс. Тебе надо ульту набить и все. У тебя... Все, вот стань где-то вот здесь. И не сильно не лезь. Все, тут и стой. Сейчас там все за тебя решится. А сколько там мне надо вернуть? 6 кубков, да? Ты смотри, Карл подходит и подходит. Мудак. Тупо за тобой пришел. А ну иди вверх. О, ульта сейчас будет. Иди на Динамайка, пока он с роботом гасится. О, да, встречай Динамайка, встречай, встречай. Во-во-во-во, пошла, 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 жаришка. Ты бы... Давай, ультуй в них, ультуй, ультуй. Yes, давай, 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 yes. Да, четвертый вздох. Ну, плюс два. Ты неправильно ультанул, тебе надо было в них, а ты автоатакой как-то. Все, 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 хватит, хватит, остановись. Все, ребят. На этом все. Ставьте лайк, если вам понравилось. Хотели бы продолжение? Если да, то можете... Давайте, если ролик соберет, сколько лайков? Ну, блин, если соберет там 1015-20 тысяч лайков, вы можете написать абсолютно любого персонажа, на котором Никита должен там отыграть, допустим, весь выпуск. Если вам меня не жалко, конечно. Спасибо, Никита, что слил мне парочку персонажей. Ничего страшного. Играл ты неплохо. Все хорошо. Спасибо вам за просмотр. Я пошел возвращать... Ты что наделал? А, запись не выключил. Пока.